полтора раза увеличит количество работников, которые возводят новую краевую больницу. Сейчас на стройке трудятся 400 человек, а к лету их будет 600. На площадке уже выполнена выемка большого объема грунта, что было необходимо для сейсмической безопасности. Также завершаются бетонные работы. Совместно с федеральным центром решается вопрос о старте второго этапа строительства еще до окончания первого, чтобы больница начала работать в полном объеме раньше запланированных сроков. Впереди работа, связанная с внутренней отделкой, и, конечно, закупка оборудования. Это то, над чем мы с подрядчиком очень плотно работаем. На прошедшем совещании под руководством министра стройки Российской Федерации, который лично контролирует этот объект, обсуждались вопросы импортозамещения, поиска альтернативных поставщиков. Все они сейчас решаются для того, чтобы контрактация была осуществлена и оборудование сюда было завезено.